Всем привет! Сегодня хочу записать маленькое видео. Такой небольшой отзыв на весьма интересную книгу по хиромантии. Эта книга действительно интересная, потому что там очень много практики, очень много нюансов, которые я не видела в других книгах. У меня по хиромантии достаточно много книг. У меня есть и старинные издания, переиздания. У меня есть и книги... Просто энциклопедии, как бы по гаданиям, да, либо как сборники, где практически всегда есть этот раздел в той или иной форме. И, конечно, если сравнивать с этой книгой, то очень-очень все в общем описано в тех книгах. Хотя тоже можно применять на практике. Но вот тут, конечно, очень много тонкостей, очень много нюансов. И... Насколько я знаю, как я вот прочитала, да, в книге, она, автор, да, Гертруд, эта женщина, она занималась именно хиромантией, развивала, исследовала в содружестве с астрологами, или с одним астрологом, не помню, в общем, с астрологами. Я сама, она является, кстати, тоже астрологом, но еще... привлекала коллег и с людьми, которые занимаются анатомией, исследуют анатомию человека. И как раз вот в этой книге очень много связей, которые как раз отсылают к астрологии. Например, вот такой-то момент виден на руке человека, да, и чаще всего у такого человека в гороскопе такие-то связи, такие-то нюансы. Это очень интересно, очень мне это понравилось, то есть достаточно такой серьезный исследовательский труд проведен, где вот эти все связи выявлены. Вот, и насколько я знаю, автор занимается достаточно давно, хиромантии с 63-го года, живет она в Германии, и у нее есть свои курсы в Цюрихе. Вот. В общем, книга просто на вес золота, на мой взгляд. Сейчас я покажу содержание. Вот оглавление, предисловие. Ну, предисловие, наверное, у всех стандартное. Дальше, глава 1, учение о форме рук. Потом, глава 2. Ну, не буду под пункты говорить, я просто близко покажу. И, я думаю, можно будет увидеть прекрасно. Видите, еще есть ссылки на других авторов. То есть, это не только авторский подход у нее к этой теме, но и она пользуется трудами других авторов. И указывает, да, какую-то информацию в своей книге от них. Дальше, глава 2. Схема условного деления руки на внешнюю и внутреннюю стороны. Да, и как вот это все происходит. Да, и смотрите, еще есть глава «Модель души Фрейда и учения Хуна». Все это, конечно, очень интересно в связи с хиромантией. Дальше у нас... Глава 3. Рельеф ладони. Тоже, смотрите, ссылка, да, на других специалистов. Толкование по Штайндаму, Акерман, фон Мангольд. Дальше. Глава 4. Линии их происхождения. Вот. Что такое нормальная рука, блокированная рука? Ну, понятно, значение линии само собой. Вертикали, побочные линии, кольца. Дальше, глава 5. Пальцы, и ногти, и форма пальцев, и про каждый палец очень много информации. Вот. Это все про пальцы. Про смещение тоже информация есть.
Дальше глава 6. Папиллярные линии ладоней и пальцев. Тоже тут видите ссылка на замечание другого специалиста. Как оценивать? Да, получается количественная и качественная оценка. Триады идут, диагональная линия, типа кромки пальцев. В общем, все очень-очень подробно. Ну, просто не книга, а золото. Вот, хотя я не могу себя назвать специалистом-хиромантом. Это на самом деле очень непростая наука, честно говоря. Вот, но как я сделала выводы, да, вот из своего опыта, что я пробовала смотреть, разбираться, я сделала вывод, что это очень рабочая система, рабочая тема. Вот. Но тоже, наверное, для каждого по-разному. Я знаю людей, у которых, например, астрологическая карта, да, по западной астрологии вообще никак не отражает действительность. Но это не значит, что не работает, да, эта система. У меня, например, натальная карта отражает 100% информации обо мне, то есть абсолютно точная во всех нюансах. И, возможно, я предполагаю, что в хиромантии тоже есть что-то подобное, когда рука может отражать точную информацию, реальную информацию, но все равно могут быть какие-то искажения, да, вот как вот и по дате рождения, по астрологии. Так что тут я, конечно, такое могу допускать, но это не значит, что система не работает, да. Все это работает, все это развивается. И, ну, как я поняла из этой книги, конечно, очень много нового привнесла вот эта женщина, да, автор этой книги, в эту систему, и достаточно много провела исследований, вот, и выявила такие связи, ну, которые, в общем-то, тоже работают, которые очень логичные, и которые позволяют человеку, который уже занимался хиромантией, позволяют такому человеку расширить свои возможности. Вот, поэтому, в общем, книга очень интересная. Дальше. Что я говорила уже? В общем, про линии достаточно большой раздел. Вот. Дальше есть приложение. 6 форм кисти по Станисласу де Арпентини. И подтверждение градусов знаков животного круга названиями и символами. Рука и гороскоп, система Хюрлиман. Вот это ее авторские наработки. И вот это весьма интересная информация. Как я уже сказала, ну, аналогов того, что я читала, я не видела. То есть связи, да, с зодиаком, видите, она тут пишет: планетарная рука, астрологические дома, гороскоп времени рождения и концептуальный гороскоп. То есть все это в связи с хиромантией рассматривается. Ну, сейчас посмотрю, покажу что-нибудь с этой книги. Схем очень много. Очень подробно все. Фотографии есть. Вот тут как раз приложение. Отпечатки. Отпечатки, кстати, очень хорошие, четкие. Вот бывает же, что тоже отпечатки публикуются в книгах по хиромантии, но на самом деле вот такие отпечатки, что вот в реале и сложно на руке найти вот этот вот момент, да, который там указан. Вот тут весьма неплохие отпечатки. Ну вот смотрите, допустим, петля Венеры
Просто вот этот момент, да, астрологически говорю, петля Венеры. И вот она описывает ее и проводит астрологические аналогии, да, именно в гороскопе. Что может быть конкретно в гороскопе у этого человека? Вот. В общем, это очень-очень интересно. Тут то же самое, да, например, петля Сатурна тоже, и примеры приводятся. Сразу скажу, что, конечно, таким прям подробным обзором это назвать нельзя. И я скажу более честно, что я не изучила полностью эту книгу. Но то, что я увидела, то, что я вот прочитала по-быстрому, посмотрела все нюансы, ну не все, да, часть, я бы сказала так, что, наверное, можно все мои другие книжки отложить подальше и вот изучать только по этой книге. Эту книгу, кстати, я купила на Лабиринте, если кому-то интересно. И, кстати, тоже там есть отзывы, где люди пишут, что весьма опытные хироманты, вот, по-моему, там про женщина про свою маму писала, что она в этом деле весьма опытная, и то она в этой книге нашла достаточно много информации, которая была полезна и которую она не знала, как я поняла. Так что тем, кто интересуется, очень-очень рекомендую эту книжку. Всем пока-пока!